«Мне очень жаль, что вы мне повстречались. Зачем прислала вас проклятая судьба? Уж лучше прозминулись, разбежались. Да и вообще, не знать бы мне вас никогда. Я ведь жила спокойно, беззаботно. И вдруг вы, среди ясного неба, как гром, ворвались в мою жизнь бесцеремонно и превратили безмятежность в дикий шторм. Зачем же вы любовь мне показали? И для чего ее вселили в сердце мне? А после беспощадно растоптали. Гореть бы вечно вам в адовом огне. И мне б не вспоминать, да не выходит. Все время одно имя в голове дурной. А вас, верно, ничто и не заботит. И на меня давно махнули уж рукой. Так знаете же, о вас я не забыла. И до сих пор в душе я все еще храню. И я не смогла. Увы, не отпустила. Я ненавижу вас. И вас же я люблю.